искали, где порыв. Порыв этот нашли. Вызвали лабораторию, нашли этот порыв. Порыв оказался под дорогой 60 лет СССР. Кабель полностью. Они хотели его вытащить, чтобы трубу в эту, ну, ставить новый кабель. Не получилось. Приняли решение, взяли разрешение бара прокопать 60 сантиметров шириной, чтобы уложить туда временный кабель на сегодняшний день. Сейчас они это делают. Кто не видел, пожалуйста, лично. Подождите. Вот сейчас они стоят полностью, бары и все. Я думаю, что часа через 12 часов свет вошел. То есть им осталось кабель проложить, он у них есть, и замутить, кто знает, что это такое. Все, на сегодняшний день вот это закончится. 12 часов ночи, уехали полностью. Вы сейчас, нет, это все равно... Сегодняшнего дня совершенно нет. Если что-то, кто-то нет, кто не говорит, что не работает, я готов сейчас с вами пройти. Сейчас они работают. Я уезжала, а не часов не было. Минуточку. Да нет. А можно еще со мной согласовывали, прокопку дороги буквально 4 часа назад. Да. А вот еще один вопрос. Почему у нашего поселка с 500 домами нет альтернативной линии, которую могли бы нам переключить для того, чтобы наши деньги у нас нет ни дороги альтернативной? Что такое значит третья категория? Нам объясните, пожалуйста. Вот мы женщины, мы не понимаем. Нет альтернативной линии. Почему здесь солнечные подключили, а мы остались без света? Компания, которая обслуживает данный камень. Отвязывается.